Хроники блокадного вторника. Все началось накануне вечером с захвата вертолетной площадки Януковича в центре Киева. Националисты заявили, что берут объект под контроль и требуют немедленно вернуть его в государственную собственность. Впрочем, такое требование представители власти назвали абсурдным. Почему, в следующем материале. Национальный корпус «Свобода и правый сектор» требует немедленно национализировать так называемую вертолетную площадку Януковича. Такое заявление появилось вчера на странице корпуса в Фейсбуке. Их главное требование – вернуть здание в госсобственность и провести открытую оценку всего комплекса. Наши вимоги – це пришвидшення, якомога швидше процесу націоналізації цього об'єкта, який був збудований з усіма можливими і неможливими порушеннями законодавства і природоохоронного, і земельного. В то же время националисты заявляют, их акция не должна помешать тем, кто снимает помещение в бизнес-центре под площадкой. Но они будут просить их не оплачивать аренду. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке напоминает, здание с вертолетной площадкой по решению суда находится на хранении госпредприятия финансирования инфраструктурных проектов, а земельные участки под арестом. Ситуацию прокомментировал и президент Украины. Петр Порошенко назвал подобный захват абсолютно неприемлемым. Прикладом стукання в відкриті двері є абсолютно неприйнятне захоплення вертольотного майданчику з вимогою повернути його в державну власність, коли він уже рішенням прокуратури і є в державній власності, тільки на законних підставах, і чекає рішення суду. Будь-які інші форми ведуть до отаманщини і хаосу, і є абсолютно неприйнятним. Но несмотря на все заявления, националисты пока отказываются покидать территорию вертолетной площадки, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье беглого Януковича.